Мультфильмы будут чуть позже, а пока организаторы в доступной игровой форме объясняют детям, что представляет для себя раздельный сбор мусора и для чего это необходимо. Мальчишкам и девчонкам предложили принять участие в нескольких специально подготовленных конкурсах. Таким образом, по мнению волонтеров, дети уже с малых лет приучаются разделять бытовые отходы. Это большой такой положительный социальный эффект, потому что сейчас вырастет то поколение, которое уже будет разделять этот мусор. От малого к великому маленькие дети всегда обучают своих взрослых. А вообще социальный эффект лет через 50 только возникнет. Но мы верим в то, что эти дети – это наше будущее. В будущем будет как естественно это все.